Итак, напомню, в Крокус Сити Холле должен был состояться концерт группы «Пикник». К сожалению, он так не успел начаться. Очевидцы, с которыми мы успели пообщаться, кто-то был в зале, кто-то не успел зайти еще в зал, как услышали выстрелы, услышали хлопки. Известно уже сейчас, что мужчины в камуфляже продолжают подъезжать машины ДПС, очень много машин, как полиции, так и скорой помощи. Ну и, собственно, о ситуации уже известно, что ворвались в Крокус Сити Холл машины в мужчины в камуфляже. Их было не менее 5 человек, они были вооружены, начали стрельбу, причем позже взорвали гранату. К сожалению, это привело к гибели людей. Уже известно о нескольких десятках погибших. Но сейчас, собственно, все, и полиция, и ОМОН контролируют ситуацию. У нас есть комментарий концертного директора группы «Пикник». Кстати, группа не пострадала. Это произошло до начала концерта, поэтому, да, удалось. В ужасном состоянии группа. Следим за новостями с ужасом. Мы надеемся, что безопасно. Какое сейчас место может быть безопасным? Крокус уже был безопасным 2 часа назад.